Добавь, я посмотрела, потыкала, ничего не появляется. Я там что-то можно перейти, то как добавил. А, не ко мне вообще обращались. Ничего не понимаю. Сейчас появится. О, спасибо. Спасибо большое. Господи, я бабайка. Я поменяла освещение, но нажми на меня. Хорошо, нажала. Так, а дальше я не вижу к руководству к действию. Я же говорил. Так, я не понимаю. А, ты про... Я не поняла, значит, что ты говорил. А, это ты... Все поняла. Все. То есть, если ты зайдешь, она опять появится, правильно? Ладно, я туплю, это мое обычное состояние, так что не обращайте внимания. Короче, давайте я зашел услышать фразу, что ничего не появится. А я уже напридумывала. Это новое. Господи, извиняюсь, я как бабаёшка. Мои волосы неуправляемые. А если их расчесать, то там вообще пиздец будет. Так, короче. Ответь на вопрос. Давайте, вот это вот давайте. Ой, меня уже такое спрашивали. МЖМ. Или нет? Или... А, меня спрашивали, как ты относишься. Вот. А было или не было, ну, это очень стрёмный вопрос. Вот. Еще вопросы? С какого ты города? Я из Челябинска. Ну так что же? Ну, если очень интересует, то не было. Блин. У вас зима? У нас? Я не выходила на улицу 3 дня, поэтому я не знаю, что там у нас происходит. Ну, что-то такое вот. Не до зима. А будешь такое пробовать? Ну, мало ли, что мне там в башке переклинит. Ну, как бы... Ну, пока я не думаю об этом. Но... Wi-Fi работать отказывается. Печально, ненавижу такую ситуацию. В самом деле. Волосы, приходите в себя. Ну что, давайте вопросы, что ли. Я, конечно, без проблем могу начать разговаривать сама с собой.
Это будет очень тупо смотреться. Вот. Поэтому лучше, чтобы мне, кстати, это что-то сказал. Я не пойму, ты с кем общаешься? С кем ты общаешься? Я с жителями не Венеры. Я всем говорю. Ты, то есть, никому не отвечал сейчас или что? Или кому-то отвечал? Что я боюсь? Может, это такое, что вот я сообщений не вижу, а ты всех видны, нет? Или у меня шиза? У меня твой вопрос нет. Так я не поняла вопрос, если что. Я же тебе тоже задавала вопрос. Да можно уже, чё ж. Хоть просто пишите хоть чё. Я... Главное не молчать. Расскажи историю. Какую? Что кушала на обед? Мяско. Мясо. Курицу из Гордона. Это шаурмечка у нас такая. Господи, ну не такую же. Ну прям уж совсем. Ну прям вообще такие вопросы. Это пиздец, блин. Ну ёшкин ты шпалки. Ёшки, ёлки, палки. Вот. Ну это ж прям вообще край. Ну я еще могу вот про троих там. Ну блин, ну вот прям край же не надо. Инстаграм. Про сегодняшний день. Так, что про сегодняшний? Скажи историю про сегодняшний день. Я не знаю, что тут просить. Ну, знаете, историю про сегодняшний. Блин, я посмотрела 4 фильма. Вот. Все история про сегодняшний день. Я знаю. Ответь так. А зачем тебе? Вот зачем? Просто зачем? У кого что болит? Или о чем болит? Или как там говорится? Интересные фильмы? Ну, да. Классика, так сказать. Вот, «Назад в будущее» все 3 части посмотрела. Там такой милашка, главный актер, главный герой. Я смотрела и любовалась им. Интересный фильм. Так, ты ответил. Интересно мне. А за почему такие вопросы странно интересуют? Буду как психотерапевт, ну или психолог разбираться. А какие фильмы вообще? Любые, главное, чтобы были, ну, реально нормальные, блин. Ну, типа, просто интересные, я не знаю, какие я люблю. Все смотрю, в принципе.
Комедии вот не люблю, потому что они вообще некачественные. Вот что бы я ни посмотрела, у меня, может быть, чувства юмора нет, может быть, чё. Да, я знаю, что ему сейчас под 50, и что он болеет, синдром там какой-то, я забыла, Паркинсона, что ли. И его трясет. Я смотрела его интервью, выход вот так называемый в свет, и как ему, ну, тяжело смотреть на это, когда ты там вырос на его фильмах, он такой весь из себя охуенный, а тут в таком состоянии. Очень, ну, типа, сочувствую, что так жизнь распорядилась. Привет. Вот, из новых я тоже не могу. Я просто вот вижу 2020 год, и все, мне сразу вот, как так сказать, предубеждение. И, ну, как бы сразу не хочется автоматически его смотреть. Ну, некоторые трейлеры цепляют. Поэтому... А потом все равно разочаровываюсь в фильме. Кто умер-то? А где умер? Треугольник. То есть, ребята, я же запишу, если сделаю. Не прочитала. Так, что я не прочитала? Почему-то нравятся фильмы про роботов. Ну, кстати, вот фантастика мне не нравится. Вообще. Прям. Кроме Терминатора. Второго. Вот. Весь. Хорошо. Значит, тоже нравится про роботов. Ну, вот это единственный фильм. Скажите мне, что вас привело вообще в Перископ? Что вы хотите от Перископа? Просто у меня такое мнение сложилось, что... Ну, вообще для меня это как-то стрёмно говорить кому-то из друзей, там, близких, что я сижу здесь. Не знаю, почему-то мне стрёмно, я всегда как бы тайком это делаю. Вот. Вот, я скажу, что меня приводит и водка привела. Точно водка? Так, а ты? А ты? А, это водка. Так, а ты это... Что я здесь забыла, в смысле? Вот, но мне... Но мне скучно, просто скучно. И нравится разговаривать... И говорить все, что у тебя на уме, а люди некоторые заходят, и кому это интересно, то остается, и еще даже разговор поддерживает. Это так приятно, что типа кому-то кто-то терпит, что ли, меня. Я ищу интересных людей. Вот это, кстати, странный способ искать их в Перископе, хотя не знаю. Так в парике уже года 4. А, в перике, господи. Господи, в парике. Я думаю, господи, я сразу уже болен, что ли. Скучно всем. Будешь такое практиковать? О, активизировался опять.
Классно. Опять меня телескоп приблизил. Ой. Неожиданно. Перископ достал меня. Болен перископом головного мозга. Да, есть такое. Кстати, мало кто рассказывает. Большинство девушек просто кривляется. Да, ну я как-то заходила. Не, ну есть, конечно, кто общается, но обычно тут реально выпившие люди. Да, да, у меня лагало. Я опускаю вот эту... Ну, как это называется? Свайп. Чтобы посмотреть, сколько у меня процентов на телефоне, он зависает. У меня скоро телечек сядет. Вот как он сядет, я, типа, не попрощавшись, уйду. Потому что уже время 4 часа. Вот, а кто-то там вопросики-то. И как нам тогда быть? Так, с чем быть? Ну, так вышло. Так выйдет. Не хочу за зарядкой идти. И неудобно потом телефон ставить. Я обычно поговорливее в другие дни, но что-то сегодня не особо. Завтра будешь тут? Это вот... У меня иногда... покажи мне... О, oh, no. Нет, я этим не занимаюсь. Своими ногтями. Ну, типа... Могу сделать что-то, но прям, на. Короче, не покажу. Так, завтра будешь тут? Это вот зависит от... зависит от настроения. Я иногда могу просто взять, мне что-нибудь в голову стрельнет, и я решу удалить вообще к хренам перископ, аккаунт стереть. Я уже стирала. У меня, кстати, было нормально против читателей. Сколько там, около 2000, наверное, которые я собственным трудом завоевывала. Фломастеры нет, что ли? Не можешь ногти нарисовать? Не понял. Родишь мне негра? Если ты негр, наверное, получится. Может и нет. Чисто теоретически. Красивец. Спасибо. No. Ты студент? Да. А тебе сколько лет? Мне 21. Это капец просто. Нихуя себе. Почему нихуя себе? Почему нихуя себе? Старая типа?
Я думала 15. О, вот это уже радует. Старый типа, ну, пока еще нет. Ну, блин, мне недавно 18 было, а сейчас уже 21. Если так будет продолжаться и дальше, будет все очень невесело. Как она в Челябинске вообще живется? Ну, бывает сложно, тяжело, кислорода мало. Мне через месяц 34. Ну, бывает. А Митяри, ты видела? Метеорит я не видела, потому что я спала. Меня только разбудили хлопающие створки форточки. Просто туда-сюда, туда-сюда от этой взрывной волны. Пенсионер. Да, просто у меня, как назло, была вторая смена, я в школе училась. Вот, потом слушала восторженные рассказы моих друзей, блин, как они там, кто на тренировке, кто в первую смену на учебе видели прямо этот воочию метеорит. И эти вспышки всякие, думаю, ну пиздец, надо жаль, зумчик просто. Да, все так ехали, у нас тренировка, девочек никто, ну, моих подруг. Тренька была, услышали взрыв, там окна чуть ли не посыпались от этого удара. Все напугались, девочки маленькие были на тот момент. Это тренер, чё типа вы? Дальше. Шуруем, пока ее там не, пока их не разогнали уже. Так они и тренировались. То есть тренерам вообще похуй. Музыкальные вкусы, хобби, на кого учишься. Музыкальные вкусы. Ну, я не знаю, поп. Банально. Ну, рэп, рок. Вот. А на кого учусь? Строительство. Вот. Так, еще что забыл вопрос. Хобби. Хобби. Я люблю очень петь. Как жалко, что у меня нет ни слуха, ни голоса, ни черта у меня нет. Даже если бы ядерный гриб ебанул, всем бы похуй было, наверное. А главное, попал в школу или куда? Он попал в озеро вообще, в Магнитогорске, по-моему. В озеро попал. А, господи, Магнитогорск, Чебаркуль. Это у нас в области город. Ну, то есть, никуда не это, удачно приземлился. Опа, блядь, Чокопай спалила. Ну ладно, хоть Чокопай. Вас жесткий народ. А помоги с проектом гаража. Что за проект? Господи. Мне бы кто помог. Строительство. Строишь у себя кого-то? Шутка. Пока я вообще ничего построить не могу. Даже из себя кого-то. Как же, что не Петя?
осваивала как-то гитару. Ну, в принципе, азы я поняла. Что-то могла себе на брянс, на, ну, наиграть для аккомпанемента. Но что-то пошло не так, и я забросила. Ну, у меня струны сломались, порвались. Мне лень их поставить, ногу натянуть. Ладно, пока. Привет, Женева в Челябинск. Спасибо вам тоже. Приветик шлю. Спокойной ночи. Или кто там? Что там? Времени. Господи, ты же изучаешь сопромат. Гумно, гармошки. Я бы все попробовала, но как-то, знаете, никто не дает вот этот пендель мне. Мне нужен пендель. Сопромат. Это же ужас. Я сопромат не изучала. Он у меня был, но я не изучала. И преподаватель — это пиздец. Ну, вот. Я могла бы, конечно... Ну нет, я всегда понимаю, когда я учусь, а когда реально преподаватель — дерьмо просто. Ну вот я никак больше не назову. И вот у нас преподаватель — дерьмо был. Я вообще не поняла ничего из сопромата. Но у нас была строительная механика. Там были как бы главы сопромата. Вот ее я нормально поняла. Типа там построение эпюр на... Ну, если кто меня понимает. Этих... Как их зовут-то? Ну, вы поняли. Нет, не поняли. Я без радости. Ехать далековато. Это точно. Не, ну на гитаре я поменяю струны. Я это знаю. Я без музыки не могу, мне надо. Я человек эмоциональный очень, и куда девать все эмоции, как не проораться хорошенечко. Вот. Или там проплакаться под какую-нибудь лиричную песенку. Что-нибудь с душой так сбацать, и все вроде уже не так тяжело. Как тебя зовут? Катя. Пол пятого, я в ахуе просто. Какие игры? Компьютерные? Нет, очень редко. И если играю, то только, знаете, в самые такие девчачьи, типа Симса. Хоть там я себе делаю идеального мужика. На деньги. Так, почему не спим? Не спится. Спим, потому что не спится. Спасибо за сердечки. Ну вот. Что бы еще рассказать? А, ну на PlayStation я тоже играю. Ну, как бы,
Мы иногда ходим в какую-нибудь кальяночку, кальянку раз в неделю. И, ну, с пацанами они просто приучили меня в этот в UFC играть. И все. Теперь я тоже втянулась. Не спим, Суров. Да с Челябинск не Суров. Ты до Конора играешь, понятно. До? Что это значит до? И все не покупала. Там прикольно, кстати. Там вообще так угарно. Не знаю, там очень смешно, как они падают, бьются. Не, мне не нравятся такие. Нет, на самом деле. Не, настолько накачанные мне не нравятся. Я больше люблю дрыщавых таких, знаете, подонков. Не знаю, как объяснить. Сочиняешь стихи? Ну, как это было. Прилив был какой-то. Башка поехала, просто говоря, проще говоря. Вот. Что-то пыталась. А потом, когда, ну, прихожу в себя, смотрю, господи, думаю, что это за дичь? Боже мой. Я накачалась водочкой. Тоже мне нравятся такие. Я не поняла, какие. Я тощий и с плохим характером. Подойду. Я, наверное, не плохим характером. А может быть... Не знаю, ну не плохим. Ну, неплохой характер, а просто плохие парни. Господи, у меня 1%. Эх. Может, гонять за зарядочкой? Знаете, плохие парни тоже могут быть. Строите себя там. А на деле они любящие, семейные. Угу. Ой, я так рада, что кому-то было интересно со мной общаться. Даже не интересно, а просто как бы... Короче, я... мне приятно, что подписались. У меня еще телефон держится. Обычно последний процент самый жесткий и сильный. Ненадолго, я думаю. Ну, похоже. Сядет. Ну, не будем думать о плохом.
все себе губы съела. Почему я их ем и ем, кусаю прям? Приятно. Спасибо. Ну что уж, никто ничего не пишет. А что без хлеба ешь? А хлеба дома у меня не водится. Поэтому приходится без хлеба. Да он портится быстро очень, не успеваю съедать. Поэтому проще не покупать. Тем более он для фигуры вреден. Хотя бы никого я обманываю. Ты одна, что ли, живешь? Нет. Хороших, тогда хороших снов.